олень, блядь. Ох и дурачок. Даже не смотрел, ехал, блядь. А чё, ну? Долбою, а? У меня регистратор стоит. Иди с ним прогуляйся, ты. Ой, бляха, муха. Вот это, блядь. Ну ты посмотри, что есть, а. Вот это да. Во. Писец. А у него отказала. Господи, Матерь Божья. Спаси и сохрани. Ты чё, блин? Ебаный в рот, нахуй. Что они здесь надо? О! Есть! Блядь, блядь! Охуеть! Индюк, блядь! Условно-добровольно, да? Андрей Борисович? Редко кто приходит сам. Да, ну, в общем, до встречи, но, надеюсь, все-таки на нашей территории. Да. Нет, Ванечка, после твоего волокордина... Нет, это не я!
маяк. Говорит и показывает. Знаете, вот мне кажется, у американцев у них такая проблема была, что они много чего придумывали, они были очень такие идейные люди, у них было очень много оригинальных идей. Но эти идеи они придумывали и как-то вот их оставляли. А европейцы, в особенности англичане, они подбирали, как следует полировали. Идиот, блядь! Из нее прямо такую конфету классную. Вы знаете, что вы сейчас нам описали? Судьбу программы «Профилактика» и другой программы. Насмерть. Давай, Вовка, проезжай, пока нас не остановили. Куда проезжай? Ой,